ДОТ номер 713, населенный окраине села Красногорск. Вот здесь убрано все, правда. Земляной насыпь тоже убрали. С этой стороны у нас были пушки две. Сейчас мы обойдем. Немножко так. Здесь у нас трасса, дорога с Красногорки. Здесь, можно сказать, так, центральное место, где установлены эти доски с указанием, кто здесь был, кто воевал, в честь кого это сделано. И вот здесь с этой стороны был вход, чуть дальше. Вот в таком состоянии он сейчас. Вот вход. В принципе, я попробую зайти. Пулеметное гнездо. Еще, наверное, пулеметное. Да, ну вот здесь вход был. Здесь слева была дверь. Все прошли эту дверь. Тут уже выросло большое дерево. Все, что осталось от этого сооружения. Вот мы вышли на самую высокую точку. И вот обзор какой здесь. Там вдалеке Днестр. Берег правый, а у нас левый. Все. Мы возвращаемся домой.